Всем добрый день! Сегодня у нас домашнее цветение. И в домашнем цветении у нас Микки Опера. Ну, как видно, чудо не случилось. Не бабочка. Ну, в принципе, и не растяк. Растение это у меня с историей. Покупала я его после оккупации Бучи в мае 22 года. И вот у нас сейчас вот только первое цветение. Для первого цветения, я считаю, много бутончиков, цветочков. Потенциал у растения хороший. Но, как говорится, не то пальто. Как видите, зацвел 3 липса. Цветочек вот этот вот самый большой 6,5 сантиметров. И если так аккуратненько к нему принюхаться, пахнет такой вот нежный розовый аромат. Теперь хочется сказать немножко о самом растении. Цветочек, мягко говоря, со странностями. Сам вот цветоносик, росток живенько, бодренько, бутончики, дул так очень бодренько. А потом, судя по всему, у него тормоз включился. Вот в таком размере бутоны зависли и висели 2 недели. Вот так вот они в таком размере. Краешки лепесточков были, ну, очень плотно. Мне казалось, что у него сил не хватает лопнуть бутоны. Я помогла ему. Слегонца полопала все бутоны. И все равно ничего. Потом после очередного полива у него очень медленно начал процесс идти раскрытие самих бутончиков. После первого полива раскрылись 2 бутончика, остальные зависли. Еще через неделю после полива раскрылись очередные 2 бутончика и опять зависли. И вот сейчас вот полив был 3 дня назад. Этот бутон как был, так и остался. Этот еще не совсем раскрылся, но уже начинает вянуть. И вот здесь вот такая самая картина. Тоже уже начинает вянуть. Само растение находится на подоконнике, под лампой. Поэтому недостатком освещения оно не страдает. Возможно, конечно, вот эти 2 цветочка где-то ветерком продуло на микропроветривание, когда окно было. Но все равно это не сильно меняет картину. Вот этот вот бутон, чуть-чуть открывшись, он висит практически месяц. Плюс-минус те какие-то миллиметры, на которые он открылся, вообще ничего роли не играют. Так что какой-то, извините за грубость, тормознутый цветок. Чего-то они там мудрили, перемудрили, не знаю. И если у меня была мысль оставить его себе в коллекции, ну, все-таки история, пережил Бучу, то сейчас я даже не уверена, хочу я себе такой тугодум или нет. Может быть, конечно, и стоит подождать. Может, на следующее цветение сподобится бабочкой процвести. Но пока для себя не решила. Ну, вот, собственно, и все, что я думала вам рассказать. В остальном фаленопсис как фаленопсис. Никаких особенностей в уходе не требует. Вот. Для меня важно
то, что он очень медленный по сравнению с остальными, даже не так меня расстроило не то цветение, как самое больше меня расстроило то, что он какой-то слишком тугой в зацветании. Поэтому, может, кому-то повезло больше, у кого-то цветы раскрываются, как у обычного фаленопсиса, то есть без таких каких-то закидонов. Ну, а у меня вот такой вот тугодумчик. На этом будем с вами прощаться. Всего хорошего, до свидания.